друзья, откуда еще вести новогодний репортаж, как не из русского магазина? Это место, где человек и его счастье встречаются. Встречаются сразу три составляющие. Так. Это человек, продукты и культура. Вот. И всем этим вместе мы живы здесь уже 22 года, по-моему, да, где-то так? Ну, очень давно. Очень давно. Народ, я вас поздравляю всех с Новым годом, потому что Новый год – это такое веха в жизни каждого человека. Я заговорил по-советски, да? Как дитя советской системы. Да. И тем не менее, поздравляю всех, желаю всем здоровья, счастья. Ну и, конечно, заходите в самовар, поскольку что мы здесь вообще долго. Люди есть, были, в основном к Новому году, что вот ударно идет? Ну, как всегда, стандартный набор. Так. Зеленый горошек. Да ты че? Докторская колбаса. Зеленый горошек, это оливье, наверное. Майонез. Те, кто любит оливье сами, это самое популярное. Так. Дальше что? Шпроты, конечно же. Так. Красная и черная икра. Так. Ну, в общем, пожалуй, это самое основное краеугольное. А вот бромгексин, вот за которым я пришел, пользуется спросом? Что касается бромгексина, то... Это такая замечательная вещь. Бромгексин. Так. То, конечно, пользуется. Сейчас сезон гриппа, поэтому все, что он гриппует, народ. Вот всякие фарингосепты, люголи. Я даже не знаю, что это вообще. Я тоже не знаю. Это, в принципе, не нужно знать. Дай бог не знать. Дай бог не знать, и вообще желательно этим и не пользоваться. Слушай, тоже. Боже. Это и что? Ну это реально вот расходится, да, вот люди интересуются. Ну, в общем, те, кто живет в прошлом, или те, кто приехал недавно, да, они еще не совсем знакомы с местными медикаментами. Поэтому они покупают все это добро. Вот такая вещь, как вот просто видно по количеству, да, сколько у нас этого добра. Да. Валидол. Это валидол? Ну, это валидол. Это то, на чем живет бывший наш народ. Так, то есть пожилые люди. Песню написать, и не только пожилые. То есть валидол это просто вот. А у американцев есть что-то вроде этого? У них что-то, наверное, есть. Они, на самом деле, много есть таких препаратиков. Там, валидол и валерьянка это то, что, в общем. Я думаю, там много. Там много, да. А валерьянка-то что? Что они нервничают тут? Так, валерьянка и такое лекарство новопосит это для программистов. Кстати говоря, поскольку с этим связано, да, вот такая замечательная вещь. Так, новопосит. Это первая вещь для любого. На марихуану похоже. Да. Тракта. Это нет, там нет ее, нет. Конечно, это тоже основа там валериана. Да. Это то, что успокаивает и расслабляет. Это все, я серьезно говорю, так. Это самые популярные таблеточки и жидкость там для работников хай-тека. Это из отечества или как они, откуда берутся? Ну, откуда-то, да, берутся, это успокаивающее средство, они все это пьют. Мы продаем просто диких количеств для работников хай-тека. Так, надо, может быть, так и назвать наш сюжет. Новопосит. Новопосит, да, просто прибегают, действительно, я серьезно совершенно говорю, это все хватает. Молодые ребята хватают эту вещь. Да, ну давай тогда пожелаем им, чтобы они в новом году уже давали вам бизнес другим товаром каким-то. Вот. Ну, алкоголь мы не продаем, к сожалению. Да. Потому что там одно из двух. Либо ты расслабляешься водкой, либо новопоситом. Предпочитаю все-таки новопоситом. Либо не напрягаешься. Либо не напрягаешься. Но для этого надо работать в самоваре. Да. Ну, хорошо. Ладно, спасибочки. Спасибо.